Здравствуйте! Сейчас я расскажу вам о таком бизнесе, как Zeek Rewards. В интернете, в том числе на YouTube, много различного материала по этой теме, но это видео я сделал специально для того, чтобы вы за несколько минут поняли, что это такое и подходит ли этот проект именно вам. Итак, начнем. Первый вопрос. Что такое Zeek Rewards? Это партнерская программа, которая относится к скандинавскому аукциону Zeekler, стартовавшему от материнской компании Rex Ventures Group. Аукцион Zeekler стартовал в 2010 году. Через год запустилась партнерская программа Zeek Rewards. В свою очередь, Rex Ventures Group начала свой бизнес в 1997 году. Находится она в США, в городе Лексингтоне, штат Северная Каролина. Программа выплачивает партнерам процент от прибыли за рекламу аукциона Zeekler и виртуального универмага. Итак, вопрос второй. Что такое скандинавский аукцион? Принцип аукциона следующий. Выставляется определенный лот, и на ставку у клиентов есть 20 секунд. Соответственно, кто последний сделал ставку, тот и получает данный лот. Но, когда очередной человек делает ставку, таймер возвращается в исходное положение. Таким образом, аукцион идет до тех пор, пока таймер не дойдет до нуля. Победитель оплачивает лот и доставку. Вот несколько примеров выигрышей на аукционе Zeekler. Этот фотоаппарат выиграли за $16.83. Телевизор за $26. Часы за 85. Тренажер за $1.23. Сейчас у вас должен возникнуть вопрос. Откуда компания получает прибыль, если конечная цена лота на аукционе иногда меньше себестоимости товара? Сейчас я объясню, как это работает. Каждый участник аукциона покупает биды. Это так называемые фишки, чтобы можно было делать ставки. Именно это и является основным доходом компании. Один бит стоит 65 центов. Рассмотрим на примере. Вот эти часы стоят $355. Их выиграли за $85.39. Аукцион начинался с нуля. И при каждой ставке цена увеличивалась на 1 цент. Вот еще одно отличие скандинавского аукциона. Здесь участники не делают своих ставок, как мы привыкли это видеть. Они перебивают ставки других на 1 цент. То есть, ты делаешь ставку, у тебя уходит 1 бит, а цена увеличивается на 1 цент. Конечная цена $85.39. Значит, было сделано 8539 ходов, или бидов. Один бит стоит 65 центов. И мы видим, что компания получила $5550 за продажу бидов, а партнер, порекомендовавший аукцион, получает свой процент от продажи бидов. Вот именно отсюда и идет прибыль. Смотрите, все довольны. Компания в плюсе, партнер в плюсе, клиент в плюсе. Компания Zeekler абсолютно легальна. Она одобрена органом надзора Penny Burners, который следит, чтобы аукционы проходили честно. То есть искусственно не завышали цены, чтобы не работали так называемые роботы и так далее. Итак, я объяснил вам, что же это за бизнес компании Zeek Rewards, откуда у компании деньги, что это не пирамида, все легально, и чтобы убедиться в этом окончательно, я расскажу вам еще одну вещь. Компания Zeek Rewards дает возможность начать свой бизнес с нуля, ничего не заплатив, никаких взносов, комиссий или чего угодно. Вы не платите ни цента. Единственное, что от вас требуется, это размещение рекламы, что занимает не более 5 минут в день. Объясню более наглядно. Вы регистрируетесь в компании в статусе free, получаете 100 бонусных очков, каждый день размещаете рекламу. За это ежедневно получаете прибыль от продаж. В среднем 1,7-1,8% от вашего баланса очков. И так в течение 60 дней. После этого у вас скапливается около 280 очков, 100 очков забирает компания, а 180 остается вам. 180 очков – это фактически $180. А дальше, с этой суммой, вы продолжаете размещать рекламу и получать прибыль. Или же можете вывести деньги через систему AlertPay. Все просто. Если вы хотите получать прибыль и дальше, то необходимо изменить статус с Free хотя бы до Silver. Это стоит $10 в месяц. В противном случае прибыль просто не будет расти. Смысла останавливаться я не вижу. Регистрируемся на Silver, и к концу года сумма на нашем счету будет порядка $18000. Возможно, немного больше или меньше. Потому что процент ежедневной прибыли различный. В будние дни он больше, в выходные меньше. Но это не главное. Главное, что через год мы можем получать $18000, никого не приглашая, ничего не продавая и при этом изначально не вложив ни копейки. А к тому моменту это будет порядка $306 прибыли в день. По-моему, неплохо.